Нет, а что вы думаете? Я вам скажу, какой вы инструмент, какой вы музыкант. И все. Да, да. Дядя Коля, с вас начинаем. Гитарист. Присаживайтесь, вы будете аккордеонист. Берите свой аккордеон. Новую. Ну да. Сесть надо, сесть. Конечно же. Да. Конечно. Все, да. Они все ждали, ждали своего момента. Вот наступил момент. Александр, готовы, да? Мадыма Михайловна, давай ближе смотрим. Поехали. Осторожно, осторожно, что? А какой умелый аккордеонист, стоя играет прям. Одной рукой. Ой, замечательно! Спасибо, 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 спасибо. А вы у нас семья? Как семья ваша? Борисовы? Борисовы, молодцы, молодцы. Так, вы у нас семья? Как? Батуевы, давайте садитесь. Такие печальные Батуевы! Кто за Батуевы болеет? Да, здесь болеет, да. А вы у нас будете пианист. Как у вас замечательно. В черном платье. Как раз. Да правильно, правильно. Сколько лет жена, вы сказали, да? 11, конечно. Все, поехали. Что там долго думать? Подождите сейчас. Да. Крышку откройте. Спасибо, спасибо. Какая смирная у вас супруга-то вообще. Положение лежит. Так. Чек Дуровы. Чек Дуров Владимир. Он же певец, он же гитарист. Ничего не бойтесь. Подождите, подождите, он еще не настроил. Нам готовы вроде. Все, 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 играем. Для Мадыгмы Михайловны, пожалуйста. Здоровые, молодцы, молодцы. Какие молодцы. Зе, Данезит, Ханеевтен. Данзановтен. Зе. Вы так уверенно сели. Так. А вы у нас будете, знаете как? Вы у нас будете... Не, гармошка была... Саксофонист. Туч надо. Духовой инструмент, да. Давайте посмотрим. На колени вставай! Нет, ну что? У нас сегодня юбилей. У нас сегодня праздник. Да, 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 да. Сколько лет жена ты же? 17 лет. Свадьбу свою помните?
Конечно. Горько вам кричали? Горько вам кричали же? Горько вам кричали на свадьбе? Кричали. Я хочу, чтобы вы сейчас поцеловались. Мы вам кричим горько, вы параллельно будете играть на саксофоне как раз таки. Да, 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 да. Да, вот прямо так сели и не... Ну, как хотите, в принципе, вот так, да. Да, какой инструмент-то, да? Давайте. Инструмент. Не уходите. Спасибо, спасибо, спасибо. Продолжение дома. Да? Продолжение дома. На утре. Зе? Танесет? Кнефкрутет? Циреновый? Циреновый. Какого-то инструмента в нашем оркестре не хватает. Барабана. Скрипка. Ну что, кто говорит барабан, я обязательно прав. Да? Интересно, нет, вы что? Ну-ка, давай дальше. Уже не хотите? Так, барабанчик, установите свой барабан уже. Да, конечно, нет. Нет, почему? Ну, как хотите-то? Конечно, конечно. Только нет, это был аккордеон, помните? Нет, не то. Надо лечь как пианино. Только... Спасибо. Ну, в принципе, да, то же самое. Да, только в другую сторону. Нет, не там барабаны ваши. Не там барабаны ваши. Лена, вы что? Давайте.